Я тебе предлагаю приготовить со мной вегетарианский хот-дог. Вот тебе сосиска-заменитель. Мы начинаем ее чистить. Хорошо. Наша цель – это придать ей сосисочный формат. Нам нужно сделать маринад, чтобы сосиска насытилась вкусом. Нам нужен соевый соус, мед, чуть-чуть масла. Заливаем маринад. Так. Дай-ка кисточку. Это искусство. Отправляй в духовку где-то минут 20, 180 градусов. Да. Есть соленые огурцы? Конечно. Капуста. Добавляю немножко апельсина. Осталось подогреть булочки. Можно достать морковь, я думаю. Мне нужен соус. Ну, все, по классике. Мы берем булочку, кетчуп, горчица. Волнами. Дальше капуста. Хоп. А это мне? Да. Хрустящий лучок. Атмосфера настоящего хот-дога. Полезная еда тоже может быть вкусной, если готовить ее по проверенным нами рецептам и особенно на проверенных нами кухнях Леруа Мерлен. В такой обстановке кулинарные шедевры вам обеспечены. Будьте уверены, как уверен я в том, что цены Леруа Мерлен порадуют даже самых требовательных клиентов. Как вы? Вкусного вам вечера. Пока-пока.